Мы никогда не думали, что на своей территории, в своей стране мы вынуждены будем взять в руки оружие. Но, к сожалению, так случилось. И коль так, то стоять будем до последнего дыхания. Но все же хочется верить, что лучшая битва, лучший бой – это тот, который не состоялся. Я призываю всех сложить оружие и перестать проливать кровь друг друга. Коллеги из Российской Федерации, военнослужащие, мы, военнослужащие Украины, погибнем как герои, и мы готовы к этому. Вопрос: кто вспомнит о вас? Я считаю, что мирное решение вопроса – это тот и единственный путь, которым мы все должны идти.